Здравствуйте, с вами звездный прогноз на канале ENSC49. Мудрецы говорят, тот, кому удастся узнать свой завтрашний день, будет спокойнее чувствовать себя в сегодняшнем. Так давайте узнаем, какое будущее приготовили нам звезды. 27 марта в личной жизни Овнов полный порядок. Вы любите и любимы, и весь мир радуется вашим отношениям. Тельцы, помните, что водные процедуры благотворно влияют на самочувствие. Сходив в бассейн или сауну, вы взбодритесь для новых свершений. Близнецы, никогда не поздно раскрыть свои таланты. Творческий порыв поможет в корне изменить вашу спокойную жизнь. Раком в эту субботу может сгрустнуться. Отвлечься от забот и прогнать меланхолию вам помогут любимые друзья. Львы, свободное время потратьте на наведение порядка в квартире. Избавьтесь от ненужных вещей или закончите ремонт. Девы, этот день подходит для обдумывания свежих идей и размышления о жизни. Вам полезно будет смотреть на огонь, но главное не доводить дело до пожара. У весов по плану интересные встречи и мероприятия. Не упустите шанс проявить свои лучшие качества. Скорпионы, не позволяйте чувствам управлять вами. В этот день приветствуется только логика и холодный расчет. Стрельцы, вы окажетесь легки на подъем и, скорее всего, уговорите семью на спонтанную поездку на природу. Козерогам может показаться, что время идет медленнее, чем обычно. Впрочем, это прекрасная возможность успеть переделать все то, что вы вчера отложили на завтра. У водолеев подходящий момент для накопления знаний и опыта. Грядущий день хорош как для изучения наук, так и для наставничества. Рыбы, гоните от себя все сомнения. Неуверенность может только навредить вашим идеям и планам. На этом все. С вами была я, Яна Соловьева. Надейтесь на звезды и полагайтесь на себя.